Я написал песню. Она сделала это снова. Вот как она звучит. С ней связана какая-то история? Да, история с Чарльзом Ллойдом. Мы работали вместе в Калифорнии, а у него была собака по кличке Джози. Он сидел за рулем, его жена рядом с ним, а я сзади, рядом с собакой. А эта собака, знаешь, она, когда она ехала в машине, она все время портила воздух. И так каждый раз. С ума сойти. Я говорил: «Чарльз, зачем ты берешь с собой эту собаку?» Она снова пукнула, она снова это сделала. И это очень забавно, потому что, когда люди слышат название «она сделала это снова», все думают, что речь идет о какой-нибудь очаровательной леди, которая глубоко тронула мое сердце, о какой-то невероятной любовной истории. Нет, это все лишь о собаке, которая портила воздух. Это очень занимательно.